Второй этап голосования на проекте «Россия-10» начался 1 июля. На сегодняшний день Долматовский монастырь занимает 17-ю строчку из 80 общероссийских достопримечательностей. 50 тысяч раз проголосовали за уральцы за свою святыню. Но для попадания в десятку сильнейших наш памятник должен набрать еще столько же голосов. На данный момент ближайшими соперниками монастыря являются Нижегородский и Астраханский Кремли. Это голосование, эта акция в основном, конечно, для тех, кто еще только начинает, скажем так, приходить, для тех, кто, может быть, еще не знает о Долматовском монастыре или не так много знает, для жителей других регионов, которые хотелось бы, чтобы узнали о нашем монастыре, о преподобном Долмате. Поэтому я буду только, конечно, рад, и вся братья будет, конечно, рада, если вот Долматовский монастырь займет достойное вот положение, скажем так, вот среди тех объектов, которым отдают голоса. Напоминаем, что победители проекта будут воспроизведены в ландшафтном парке «Россия» и станут новыми визуальными символами нашей страны. Проголосовать за Долматовский монастырь вы можете на сайте 10россия.рф, а также отправив смс-сообщение на короткий номер 1880.